Если вы смотрите это видео, то попали на мой канал, с вами DriveFire. И добро пожаловать в Bleach Brave Souls. Но это так, очень короткое видео. И оно посвящено тому, что... небольшое разочарование будет у меня для меня же, да и может быть для канала. То, что... В общем, посмотрите сейчас в верхний левый угол. Сейчас, вот через пару секунд, как загрузится, и посмотрите там, где находится никнейм мой, потому что сейчас интернет, извините, он плохо работает почему-то. Ну, это ладно. Терпимо. И как раз время тянет, и, в общем-то, обидка, конечно. Из-за того, что этот интернет вообще не работал, пришло вот такое. То есть вы видите, да, четвертая лига у меня. И я не могу попасть на ультрахард. Оранжевый. Вот он. Обидно, конечно. Ну что поделать еще. Не попаду. Покажите его хотя бы. Да, я пропускаю. Я хотел очень берсом пойти на него. Повалить там, знаете, у него дальний прием есть. Все-таки можно было и одному справиться с таким-то интернетом. Но... нет. Так что... вот так как-то. Сейчас загрузится, извините. Вот он. Ну, ультрахард этот. Только с третьей лиги или выше. А у меня квили четвертый. Кстати, тут есть вон небольшая эта новостья. Чё я думаю? Вот он, этот ультрахард. Оранжевые нужны. Против фиолетовых. И, к сожалению, защита. И, к сожалению, мы вот. От третьей до хед капитанской. И вот те самые награды, которые можно получать. Вот боссы. Тут они все пусты шинигами-то. Хачиген, Машер, Лав, Роуз, Руки, Эзо, Стэджин, Шинджи, Хиори. Белый Ичиго пустой, кстати говоря. Это тот, который скоро выйдет. И обычный Ичиго пустой. Собственно, два главных босса. Да. Ну вот, собственно говоря, не попал я. И, кстати, хотел бы кое-что сказать насчет степапов. Да, именно насчет степапов. Это то, что, возможно, в этом году будет то же самое, что и в прошлом году. То есть два степапа будет. Потому что в прошлом году был степап с Ичиго пустым. Улькиоры в Сегунде и с Гримджоу синим. И там было это самое, как ее? Ну, он был, да, и там были не новые уже персонажи, они были уже старыми. Вот, но, есть одно но. Это насчет этих самых степапов же, то есть сразу после них... были персонажи, три новых персонажа. Это Гин, красная Сайфон Банкай и зеленый Шинджи. И знаете, что я думаю? То есть два степапа подряд. И знаете, что я думаю? Что в этот раз будет тоже два степапа, но первый степап, собственно, тот, что мы с вами открываем, новый Ичиго пустой. Он под контролем, ну, он контролирует свою силу. Ичиго ТС, таймскип. Банкай. Ну и, конечно же, Гримджоу. А второй степап, который будет после этого, скорее всего, возможно, я вот так думаю, там будет Ичиго пустой, точнее, Зангетсу с маской пустого, черным. Тенса Зангетсу, Яхвач, и бронированная в Банкай, по-моему, это самое, Яруичи. И... почему я так решил? Во-первых, потому что был предыдущий степап таким. То есть именно летний предыдущий. А второе это вот это.
вот здесь, посмотрите, вот в верхний левый угол, там вы видите кнопочку, точнее, картинку, надпись «Раунд 1». Такое ощущение, как будто раунд 2 — это как раз-таки степ-ап с новыми персонажами. Я думаю, это было бы логичнее, потому что, ну, в прошлом году тоже были старые персонажи, да? Здесь-то в честь годовщины новые Ичига, там были старые персонажи. И после них был степ-ап с новыми. Вот, а поскольку в 2 года игре степ-ап идет с новым Ичига, вот этим вот шикарным. И потом будет степ-ап с новыми персонажами, то есть как X2, только степ-ап. И я думаю, он будет, конечно, таким же, может быть, он будет как прошлые, то есть будут восстанавливаться шаги. Вот, но я думаю, надеюсь уже, что как в этом, потому что в этот, конечно, был самый лучший степ-ап, который только он был. А я был только на двух, на зимнем и на вот этом. Ну, в принципе, это все, что я хотел вам сказать. Да. Для этого Ичига, представьте, нужно 3 других Ичига. Это рейдовый синий, рейдовый оранжевый в маске и рейдовый фиолетовый 4-звездный. Ладно, на этом с вами прощаюсь. С вами был Дрейф Форсин. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. И всем удачи. И пока.